Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь я, Судон, и с сегодняшнего дня я начну прохождение различных браузерных игрушек. Вот, если вам Майнкрафт надоел, ну, к примеру, Майнкрафт, вы можете посмотреть, как я прохожу эти замечательные игрушки. Игрушки в основном только развлекательные, тут никаких ничего тут поучительного не будет и занудного. Вот, и, собственно, первая игра, это у нас какая-то такая своеобразная стрелялка. Точно, как она называется, я не знаю, но ссылку на нее я вам дам в описании. Значит, я вижу кнопочку Play, я нажимаю на нее, у нас появляется какая-то странная мартышка, которая нам подмигивает. Действительно, немножко странновато, вот, но я все-таки хочу поиграть в эту игру, потому что она реально такая захватывающая. Она скорее даже не захватывающая, она просто эпичная такая. Вот, и, собственно, в этом мы сейчас и убедимся. Так, ну я понимаю, что кто ее сделал. Значит, там внизу есть кнопочка Skip, я ее нажму. Здесь, так, я немножко сейчас подниму, чтобы вы видели. Значит, здесь мы выбираем, собственно, своего персонажа, то есть выбираем, как он будет выглядеть. К примеру, там различный шлем или там, я не знаю, что вы там себе хотите. Я даже не знаю, что ему выбрать. Так, вообще какие-то странные эти, так... Так, кого же мне выбрать? Выберу вот этого. Я буду охотником. Охотником на злых людишек. Так, значит, мы нажимаем Quick Play, и сейчас у нас происходит загрузочка нашей игры. Значит, появляюсь я здесь. У меня какая-то странная борода. И, значит, что здесь и как здесь надо играть. Так, я надеюсь, вам не слишком там орёт она. Так, значит, что здесь вообще и как? Управление здесь достаточно простое, это WSDA, вот, ну, я, собственно, их сейчас и использую, так, чтобы небольшие там эти были, потом, значит, виды оружия, здесь огромное количество видов оружия, вот, как менять оружие? Менять оружие надо на пробел, то есть, когда вы нажимаете пробел, персонаж выкидывает ваше последнее оружие, которое вы взяли, и берет другое, к примеру, либо берет нашу монтировочку, которая, ну, да, своеобразная такая монтировочка, или просто труба, которая, собственно, всем раздающий, как говорится, вот, и... Собственно, вот такое вот у меня сейчас замечательное оружие, которое просто, я не знаю, действительно, тут просто по-дикому. На самом деле, оно просто ставит какие-то мины, и эти мины и взрывают наших противников. Я сейчас нахожусь на какой-то платформе, стреляю, я, кстати, забыл сказать, я просто левой кнопкой мыши, то есть ничего тяжелого здесь нету, подпрыгивает на W, как я говорил, и сейчас я спускаюсь вниз. Здесь, ну, как мне кажется, наиболее эпичное происходит. Так, значит, я сейчас выкину все оружие и надаю тебе просто монтировкой. Ну, я буду называть ее монтировкой, хотя на самом деле это просто труба. Вот. Сейчас у меня такое замечательное оружие. На самом деле, значит, оружие это стреляет лучами. Вот. И, собственно, здесь, как я уже говорил, огромный выбор различных оружий. То есть здесь есть от какого-нибудь там гранатомета или автомата до там каких-то вот таких лазерных пушек, как у меня. Так. Значит, у меня что, патронов мало? Давайте я вот просто так завалю. Так, давай, по щам, давай. О, отличненько. Так, значит, как я уже говорил, прыгай W, уже не знаю, пятый раз говорю. Мне здесь эта игра очень нравится тем, что здесь можно даже в полете драться. То есть, представляете, там, как бы, ты летишь в полете и вот раздаешь кому-то щей. На самом деле, это как бы вообще, ну... Не знаю, эпично сделано. Вот. К тому же для такой обычной самой браузерной игры здесь какие-то спецэффекты, какие-то трупы, все как будто, я не знаю, как будто, блин, в реальности. Вот. К сожалению, играть вы здесь можете только один, то есть играть вы не сможете там с друзьями, к примеру, или там со своими знакомыми. Это, конечно, довольно-таки печально, вот. Но все-таки здесь даже одному очень интересно, поэтому на игру, я думаю, жаловаться вы не будете. Так, значит. Как я говорил, ссылочку я дам вам в описании. Вот, помимо этого, как мы видим, здесь у нас отображается, сколько у нас жизней, потом какой у нас рекорд, сколько мы сделали убийств, вот, и, собственно, вот так вот. Помимо этого, здесь можно прыгать, делать двойной прыжок, для этого надо нажать два по ходу, два раза W, только что у меня не всегда он получается, но да, ладно, не суть. Так, я тебе опять сейчас надаю по твоей кочерышке. Так, получай. Злой человек. Так, ну, собственно, вот такая вот замечательная игра. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. Помимо этого скажу вам, что по лайкам, собственно, ну, в основном по лайкам и по просмотрам, я, конечно же, пойму, стоит ли мне
просто вообще замучишься вот с этими словами. На самом деле, стоит ли мне продолжать эту категорию прохождения каких-то браузерных игрушек? Я вам буду их обозревать и рассказывать. Я не знаю, если вам понравилось, только я уже говорил 500 и 1000 раз, 100-500 раз, блин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, с вами был, как всегда, я, Судион, и, как всегда, ну, не как всегда, конечно, сегодня я играл в какие-то различные игрушки. Вот, ссылка, как я говорил, там в описании. Вот, собственно, и все. Всем пока.